Доброго времени суток, граждане! С вами Сичеслав Рот, и сегодня мы продолжим говорить о X1 от Origin. Итак, как ранее я вам сообщал, будет три вида X1. И именно сегодня мы будем с вами об этом говорить. Первый X1 – это X1 Baseline Edition, то есть базовый. Второй X1 – это X1 Velocity, предназначен для участия в спортивных соревнованиях. Третий же X1 – это X1 Force, которую можно отнести к боевой модели. Общие характеристики всех трех X1. Первое. Возможность перемещаться как в космосе, так и по земле. Длина – 5,5 метров, ширина и высота по 1,5 метра, нулевой вес – 2000 кг. Третье. Место для груза отсутствует. И четвертое. Данные байки все одноместные. А теперь отличительные характеристики байков. Итак, в X1 Baseline Edition мы сможем увидеть лазерную пушку первого уровня, а также один щит. В X1 Velocity отсутствует какое-либо вооружение, но он также имеет один щит. Что же касается X1 Force, то на его вооружении будет стоять оружие первого размера, которое находится в разработке. Тут можно добавить, что скорее всего будет какое-то специальное усиленное оружие, чтобы соответствовать поставленным задачам. А также этот байк будет иметь два щита. А теперь давайте проведем сравнительные характеристики X1 с Nox. Если сравнить X1 с Nox, многие скажут, что Nox круче из-за его двух орудий. Но у Nox нет брони, ездок не защищен по бокам. То есть щит Nox сможет прикрыть от лучевого оружия, но от кинетики не защитит. И вот тут важный момент. У X1 Force будет и два щита, и защита водителя от кинетики. Да, будет только одна пушка, но если она будет кинетической, Nox'у все равно будет ой как нелегко. Ну и вид из кабины X1 лучше, чем у Nox. Что касается плюсов Нокса, то следует отметить, что у Нокса будет профиль меньше, что усложняет возможность попасть по нему из оружия. Напоминаю вам, что это концепт, и в будущем может многое измениться. А в понедельник нас ожидают ответы от разработчиков по вопросу X1. Дорогие граждане, обращаю ваше внимание, что вы сможете приобрести X1 со всеми его модификациями до 6 октября. Ранее я говорил, что до 9-го приношу свои извинения за оговорку. Сам же X1 со всеми его разновидностями вы сможете найти по ссылке, которая под видео. Ну что же, граждане, если эта информация вам была интересна или полезна, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости в мире Star Citizen. До встречи!